Всем привет, друзья! Итак, в этом видео я вам хочу привести аргумент в сторону, почему стоит, сука, купить именно GoPro 8. Блин, я вот только сейчас для себя открыл эту фишку, и я сейчас покажу вам эту фишку, и вы офигеете, почему она классна. Вот у нас есть стандартное зарядное устройство, да? Мы теперь вставляем ее, блин, в этот, в обыкновенную пауэрбанку, да? Так, камера включена, все видно, да? То есть сейчас будет магия. Я беру и вытаскиваю аккумулятор. Ждем. Смотрите, в правом верхнем углу, что у нас там появилось? Я надеюсь, сфокусировалось нормально. То есть сейчас она питается полностью от пауэрбанка. То есть, представляете теперь фишку, это преимущество вот этого дела? Можно стримить где угодно, сколько угодно. То есть, уже не надо ограничиваться вот этой батареей. Теперь вставил батарею, вытащил пауэрбанк. Смотрите, вообще ничего, никаких прерываний нету. Обалденно, да? То есть, я сейчас только что для себя открыл эту фишку. Есть, кстати, под GoPro приложение, которое позволяет по Wi-Fi коннектить с OBS-кой. Но оно стоит таких приличных денег. Но я думаю, оно того стоит. Это лучше, чем покупать отдельно камеру для стриминга, скажем, кто часто стримит. Намного удобнее иметь вот одну такую камеру и все. То есть можно, допустим, если вы в гараже что-то ремонтируете, вы также можете эту GoPro-ху просто одеть на башку, приконнектиться к пауэрбанку и стримить в онлайне, скажем, какой-то ремонт. Это очень удобно, блядь. Так что, ребята, меня как-то спрашивали один из подписчиков, точно помню, спрашивал, можно ли ее использовать от пауэрбанка, ну вот как бы одновременно снимать и пауэрбанк. Я тогда сказал нет. Ну и вот я ошибался, теперь я хочу исправиться и сказать, что такое возможно. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр, с вами был Вилли, увидимся, до новых встреч.